Приветствую вас. В первую очередь речь идет о воспитании и о моральных устоях девочки. То есть кто-то может говорить о своих сексуальных желаниях, фантазиях, ощущениях и прочих актах. Кто-то, соответственно, к сожалению, нет. И ваша девочка, судя по всему, именно из тех, кто не может говорить о своих сексуальных желаниях и фантазиях. И в этом контексте дело даже не в том, что она хочет удовлетворить вас и о своих желаниях не думает. Это может быть, это и справедливо, но это далеко не всегда так. Дело здесь именно в том, что она не готова просто-напросто вам об этом рассказывать. Вот и все. Просто не готова. Дело не в том, что она вам не доверяет. Дело не в том, что вы ее не удовлетворяете. Дело не в том, что ей там что-то не нравится. Дело именно в том, что она просто-напросто не может вам об этом говорить. И тогда давить на человека в этом аспекте означает как бы, ну, принуждать его, а любое принуждение в этом аспекте довольно опасно, потому что может закрыть девушку в себе, и тогда вы до нее рискуете просто-напросто не достучаться, и в этом случае ситуация будет гораздо хуже, еще более хуже, чем есть, например, сейчас. Как менять взгляды девушки? Ну, во-первых, как менять взгляды девушки? Взгляды девушки можно менять, на самом деле, именно в этом контексте весьма ограниченным набором средств. По крайней мере, так, как это вижу я. Во-первых, вы можете сделать что? Вы можете предложить девушке посмотреть какой-нибудь эротический фильм, например. И просить ее высказывать свое мнение о этом фильме. Можно сделать так. Вы можете рассказывать ей свои желания, свои фантазии и следить за ее реакцией. Грубо говоря, отслеживать ее реакцию на фантазии. И тем самым, получая невербальную связь от нее в этом контексте. На самом деле, это единственное, чуть ли не единственное, что вы можете сделать для того, чтобы поговорить со своей девушкой о том, что вас волнует. Если она ничего не говорит, то, соответственно, давить на нее, как я уже сказал, не имеет смысла. Это приведет только лишь к еще большему отдалению от вас. У нее это приведет к еще большему отдалению от вас. Вот. Значит, также, помимо этого, я рекомендовал бы вам поступить следующим образом. Вы просите девушку свою
рассказывать о том, значит, что ей нравится, да, что ее привлекает, какие у нее фантазии и так далее. Правда заключается в том, что насчет фантазии, конечно, это не работает, но вот насчет того, что ей нравится, вы вполне можете это определить, если будете, ну скажем так, если будете внимательно прислушиваться к ней, и если будете как бы смотреть на то, как она реагирует, значит, на ваши действия, на ваши ласки и так далее. Вот если реакция более острая, больше движений, больше дрожи, больше звуковых проявлений, то это, соответственно, означает, что это ей нравится больше. И здесь даже, в принципе, не нужно ничего говорить ей. И так все понятно. То есть, понимаете, в вопросах секса лучше все-таки уделять, лучше уделять внимание именно чувствам. То есть, чтобы девушка не то, чтобы говорила вам, а чтобы вы сами как бы прислушивались к ней. Потому что очень часто вот подобная реакция, подобное поведение, оно связано с тем, что девушка как бы говорит: ну а чего, ты что, сам не понимаешь? Ты что, сам не видишь? И здесь нужно четко понимать, что мы можем, мужчины, считать, что да, мы не понимаем, мы не видим, а девушка вполне может быть убеждена в том, что мы должны, мы обязаны понимать, что она чувствует. Как менять взгляды девушки? Здесь ситуация куда более деликатная. Вот, потому что изменить взгляды девушки, ну, так просто у вас, наверное, не получится. Хотя, конечно, это зависит от того, сколько ей лет, девушке. Если вы будете с ней просто разговаривать, если вы будете с ней просто обсуждать какие-то вещи, связанные с сексом, например, тот же фильм, допустим, эротический, да, или там вопрос какой-то, связанный с сексом, да. Если вы будете все это обсуждать, то девочка будет выражать свою мысль, и рано или поздно она даст вам в контексте вот этих вот обсуждений какое-то представление о том, сегодня она все-таки хочет, что ей все-таки нужно, да, что ей нравится и так далее. То есть, по сути дела, вы получите, наконец, то, что вы хотите. Ну, то, что вы хотели бы от нее получить. Да, вы это получите для себя. То есть, только путем вовлечения ее в диалог о сексуальных каких-то моментах, о сексуальных каких-то, нюансах, о интимной жизни людей, человека вообще и в целом, вы можете менять взгляды девушки на это. То есть, если, например, она сейчас считает, что подобные разговоры, допустим, неприемлемы для нее,
то после этих ваших разговоров, после тем, которые вы будете вынуждать ее выражать свое мнение, ее позиция может измениться. Но здесь, конечно, самое главное на нее не давить. Здесь, конечно, самое главное на девушку никак не давить вообще, чтобы она не чувствовала, что это происходит помимо ее воли, иначе разожмется и все. Кроме того, если вы молодые, если вы женаты оба в первый раз, и если у девушки либо никогда не было парня, либо отношения были такими, знаете, очень-очень-очень быстротечными, ничего не значащими, то вполне вероятно, что девочка просто и не знает о том, что ей больше нравится, а что нет. Для нее весь процесс является открытием, и весь процесс является чем-то вообще нереальным и значимым. А все ее фантазии связаны только с вами, например. Все фантазии связаны только с тем, что вы делаете, и, соответственно, вы их реализуете, все ее фантазии, по сути это дело. Вот. Такая ситуация тоже, на мой взгляд, вполне может иметь место быть, то есть здесь нужно сперва проанализировать, из чего девушка, по вашему мнению, должна брать вот информацию о своем опыте, о том, что ей нравится, о том, чего она хочет, да, и так далее. Откуда ей это брать, откуда ей эту информацию выносить, потому что вполне вероятно, что ее просто неоткуда ей почерпнуть то, о чем вы ей просите. Опыта нет. Вот в процессе опыта, в процессе приобретения опыта, да, может возникнуть какое-то отношение к чему-то. Но опять, если человек склонен больше к тому, чтобы выражать свои мысли через невербальные знаки, то вам нужно здесь только чувствовать ее и прислушиваться к ее реакциям. По-другому не получится, к сожалению, никак. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.